Друзья, всем привет! Сегодня такой день у нас, где мы встречаем материалы, вот, новые, ну не новые, а наши ребята, кровельщики, знакомятся с объектом, вот, приходят материалы. Сейчас заедем в Тиан Групп к Андрею Какимову. И там что-нибудь у него еще пошурудим. Что-нибудь интересное найдем. Может, что-нибудь поснимаем, если даст, конечно, поснимать. Он стесняется. Говорит, я, говорит, не фотогеничный. Мы все не фотогеничные. Ну, до какого-то времени, скажем так. Ребят, я приехал в Тиан Групп. Он знает, не знает. Ну, скорее всего, нет, что я буду снимать. Хотя я ему говорил, я, возможно, что-нибудь тебя поснимаю. Вот, но сейчас посмотрим, короче. Пойдемте туда, к нему. Чистенькая моя. Ага, пойдемте, я покажу, как Акимову влетело, короче, в его Мазду эвакуатором. Стояла просто машина и херак, вот такая вот фигня. Прикиньте. Да. Крыло менять. Вот, когда Сашке не помогаешь, денежка на карту, вот такое случается. Где-нибудь да вылезет. Пока нету здесь Андрея и Паши, я вам покажу, что здесь есть и что я у них опять отжал. Я как приезжаю, все время отжимаю. Ну вот, и давай так покажу. Короче, две бейсболки Дельта. Образцы. Ну, пакет это такое. Блокнот с САБ. Опять отжал. Футболка. Видимо, дельтовская. Карандаши и две рулетки с САБ. А вот. То есть я вообще не понял. Рекламу делаем все время в своих роликах Дельты, да. А отчитывается за все постоянно почему-то Андрей Акимов, Тиан Групп. Все время у него отжимаю. Валерий. Я обращаюсь к генеральному директору Дельты. Но несправедливо. Неправильно. Валера. Нестеров, ситуация поменялась, выцепил твоего сотрудника здесь, он к нему приходил, и он с пакетом тоже ходит. Короче, давай, что мы будем сейчас у Дельта отжимать. Так, кружки. Кружки, Дельта. Потом покажу. Кружечки. Футболки, новый формат. Весна-лето называется коллекция. Я потом покажу. Да, и бейсболочки. И еще две бейсболочки. Ну, классика. Так. А, ну это ты уже показывал. Что это? А, вот. Ну, это да. Это уже Тиан. Это уже от нас. Ну, еще сказал, что еще 15 кружек еще, да? Есть. 15. Вот. 15 кружек еще. Спасибо. Дельты. Ребята, все. Отъезжаю от Тиан Групп, еду на объект, вот, хотел снимать, но ребята не захотели, ну, зачем, говорит, не надо, ну, есть свои мотивы, чтобы, ну, и не палить, скажем так, где находится склад, и сами люди не хотят в кадр попадать, короче, ну, особо не снимал, короче. Просили, Саша говорит, не выкладывай, не надо, говорит, пока, говорит, не надо, в следующий раз, говорит, типа, ну, мы снимем другое помещение, более, там, больше, там, все сделаем красиво, потом туда приедешь, там все снимешь, вот, поэтому так вот получилось. Сейчас еду
на объект. Вот. Сейчас машины загружаются материалами. Вот, и едет на объект, и будем показывать вам объект и, ну, саму эту выгрузку. Так что вот так вот. Поехали дальше. Ребята, ну как вы поняли, у нас сегодня такое видео. Лайв, короче. Типа, мягкое видео. Знакомство там с объектом, куда мы что ездили. Ну, просто такое, и название, наверное, у него будет такое какое-нибудь. Знакомство с объектом, что-то внеочередное. Ну, что-нибудь я придумаю. Короче, там какую-нибудь ересь. Хочу из тех роликов, что вы посмотрели, вот сейчас вот я снимал с телефона. Это я в Инстаграме у себя выкладываю. Вот, кто не знает, мой личный Инстаграм, вот здесь вот тут написано. Вот. Есть рабочий, Фельдсмейстер. Вот. Он чисто рабочий. Там, ну, как бы, получается, это, ну, туда укладываются наши работы в основном, вот. А есть у меня лично, я там всякую, бывает, ерунду и с работы, и, ну, с природы, допустим, там, где я был, там, что-то такое сфотографирую и туда выкладываю. Вот. Хочу показать подробнее, что я там отжал-то у Tian Group и у представителей Дельты. Ну вот. То есть сейчас ребята стоят, ждут манипулятор с материалом. Вот, чтобы дорогу стал показать. Вот. И а то они сейчас все это увидят. Скажут, это мне давай. То есть я у них отжимаю. Сейчас ребята приедут, что-то у меня отжимать. Надо, короче, этот, сначала посмотреть, сначала надо выбрать. Короче, что этот, что себе оставить, скажем так, да? Так. Ну, образцы, я думаю, все уже, хотя не все не знают, да? Есть образцы у CSIB Green Code. Вот здесь их палитра, их всякие там эти. Ну, у многих вообще, у многих есть вот такие вот образцы. У многих производителей, да? Так, это можно отдать. Так, положим сюда. Куда-нибудь. Дальше. Так. Две рулетки. Ну, две рулетки я пацанам отдам. Потому что у меня дома еще есть штуки 3-4. Наверное. Ну, примерно так, тоже. Рулетки CSIB. Кстати, сколько я рулеток не перепробовал, да, за весь свой опыт, то вот эти вот рулетки самые долгие, которые ходят. Вот. Поэтому мне эти, ну, очень нравятся эти рулетки. Отдам пацанам. Отдам пацанам. Пускай работают ими. Вот. Так, рулеточки. Такие. Две штуки. Так, ага. Бейсболки. Бейсболки Дельта. Я, короче, бейсболки не ношу вообще, потому что я в них выгляжу как реальный черт. Да? Смотрите. Если еще очки снять. Да? Видно, не видно меня? Вот так, наверное, видно будет, да? Я как, я не знаю. Не знаю, мне кажется, мне бейсболки не идут. Вот. Я их никогда не носил. Короче, отдам пацанам. Пускай пацаны носят, чтобы голова не перегревалась на солнце. Вот так. По-быстренькому, по-быстренькому. Ну, блокнот тоже. CSIB. Вот. Вот такой вот. Ну, что-нибудь записывать. У меня такого уже есть тоже дома. Это что-то так, какие-то приколушки тут. Всякие. Дочке отдам. Пускай она что-нибудь клеит. Вот. И так, футбол. А, футболка и. Ну, карандаши тоже ребятам отдам. У меня дома еще есть пачка. Такие дельтовские тоже.
Delta Max Plus. Это у них такая пленка есть. Так. Это пацанам. Это пацанам. Это пацанам отдам. Блокнот. Блокнот. Я вот не помню, у меня дома. Или я его тоже кому-то вот задарил такой. Пока, короче, оставлю себе. Если на дома найду такой же, то все равно не отдам. Так, и футболка. Футболка. Заценим футболочку. О, как раз, наверное, мой размер. Какой? Где? Где размер пишется? О, серенькая. Дельта. Дельта. Да не, она мне подойдет. Надо пару килограмм еще набрать. А вот, XL. Не, у меня S-ка. XL большая будет. Ладно, сейчас кому-нибудь задарим. За танец. Я думаю, давайте кто-нибудь танцуйте за футболку. Хотя, танцевать, я бы сказал так, что это просто отдам без всяких танцев. Вот, так. Другой пакет несем. Это мы уже. Так, это мы отжали у Tian Group, у Андрея Акимова. Вот это вот. Вот этот пакет. Да? Кстати, круханы. Сейчас покажу, какие тоже у него отжал. Но там в ролике было, как будто я отжал у представителя Дельты. На самом деле у представителя Дельты я отожму чуть попозже. Приеду еще штук 10 стаканов возьму. Ну, посчитаю, сколько у нас пацанов. Штук, ну, во всех бригадах. Короче, каждому по кружке. Там Додоновские бригады, Володины, Юрины бригаде, Антохины бригаде. Короче, представители Дельта. Надо, короче, очень много футболок, очень много кепок, очень много спецодежд и очень много стаканов. Очень много всего надо, короче. Вы присылайте, мы все всем раздадим, вы не переживайте. Так, еще такие же две бейсболки. Стаканы сейчас покажу. Так, ага, футболки две штуки. Они... Я послышал, что уже еду, мы уже надо, короче, быстрее ныкать машину, убирать. Типа летние, летняя осенняя. Элька. Элька это большая, да? У меня черная, по-моему, есть дома. Посмотрим. Это на Сергеича, наверное. Или на этого. Не, у меня дома есть, по-моему, по размеру. Ладно, потом, если что, потом этот. Мне S-ка нужна. Дельта. Мне S-ка. Размер. Я дрыщ, потому что. Вот. А другая интересная какая футболка. Может там S-ка? Сейчас, короче, пацаны приедут. А их четверо. Это М-ка. М-ка. Она больше, чем S-ка или меньше, чем S-ка? По-моему, меньше. М-ка, по-моему, меньше. О, М-ку себе оставлю. Все. Заметано. Вот. Так. М-ку оставляю себе. Это сейчас пацанам футболку отдам. Элька. Так. Это мне. Так, стаканы от Дельты. Прикольно, мы себе тоже закажем такие стаканы, наверное. Ну, сначала у Дельты отожмем. Штук 15, 20, 30. Вот такие вот. Такие стаканы прикольные. Вот. А потом еще себе такие же сделаем. Черные, вот с таким вот логотипом. Вот. Ну когда это будет, знаете, когда мы это сделаем, хрен знает. Проще быстрее заехать, представить Дельты и
забрать у него все. Все раздать. Так, кружка у меня такая одна была, но она у меня разбилась в Пскове на объекте, по-моему. Короче, я тоже себе одну забираю. Одна будет рабочая здесь у меня на работе, а вторая будет дома. Вот. Так. Куда-нибудь убрать, а то ведь найдут эти кубанские архаровцы. Так. А, еще блокнот. Блокнот, да. Еще блокнот надо забрать. Вот так вот. А это пакет полностью отдам Володе, бригадиру. А потом, короче, сначала он выберет себе, а потом остальным всем раздаст. Все, как говорится, по старшинству. Но бейсболок 4. Хватит всем. Четверо приедет. Вот. Нормально. Вот. Ну что, давайте я сейчас возьму камеру, покажу, что у нас тут вокруг, заберусь на крышу и ознакомлю вас с ней в этом ролике, да? Потому что завтра ребята приедут, и я тоже сюда приеду. Вот, и будем монтировать мембрану на сплошной настил, разделительный слой, эту систему тоже. Или, наверное, в этом же ролике будет, потому что, хотя нет, в другом будет, по-любому. Побольше роликов будем делать. Меньше длиной, по часу, скажем, да, там минут по 15, по 20, но реже. Все. Пойдемте, короче, наверх. Ну, давайте я вокруг дома быстренько вот так вот пробегусь в перемотке. Ничего говорить не буду. Вот так вот. Ну и пойдемте поднимемся на крышу, на леса. Посмотрим с лесов. Так, лестница у нас там. Так, и вот мы на лесах. Смотрим. Ровность. Вот какая должна быть подготовка для фальцевой кровли. О, идеально вообще. Просто идеально. Леса, в принципе, тоже норм. Пойдет. Так, здесь вот интересный узелочек будет. Вот это вот место, да? Там металл, здесь желоб будет висеть, переходящий. Здесь такой интересненький узелочек. Здесь типа ендовый переход скатов. Здесь, скорее всего, будут как-то разбегаться картины. Так, идем дальше. Здесь торец. Я не знаю, стоит, не стоит вообще вам по кругу ходить. Показывать все. Ну, хотя, может, кому-то интересно это все. Давайте уж покажу. Если кому не интересно, то там есть ускоренный. Нажимаете на
скажем так, настройки там в Ютубе под видео. И можно посмотреть в ускоренном темпе. О, венконек здесь. Продух 100. Ну, вот сейчас мы туда заберемся еще. Давайте все-таки вокруг. Так, лишние доски отсюда. Нафиг. Леса вроде так себе не сильно болтается, но... Ага. А как я туда перейду? Они об этом не подумали? Они об этом не подумали. Раз, и куда я туда пойду? Туда перешагнуть, я что-то очкую. Короче, пошли. Пойдемте на крышу. Возвращаемся. Возвращаемся. И лезем на крышу. Будем смотреть оттуда все. Вот. Потом, конечно же, все, когда будет монтироваться здесь, начинаться, вы все равно это все узлы увидите. Все стороны поближе. Вот. В конечном варианте, как это у нас все получится. Вот. Так. Залезть. Залезть. Так. Положим камеру пока. Аккуратно. Оп. И пошли на крышу. Какая-то... А, это соединение такое. Здесь же контрабус вот так еще идет. То есть он идет вот так вот, контрабус. И еще вот так вот идет. Вот такая вот система. Так. Мембрана использовалась под контрабрус Delta Neo. Отлично. Так, ну, здесь у нас получается такой интересный вот треугольник. Здесь яндова. Вот. Здесь треугольник. Вот такой вот. Потом идет туда. Вот венконек. Вот, смотрите, видите, как сделан контрабрус. То есть один идет прямо, а другие идут наискос. Вот так вот. Я не знаю, почему так, но так сделано. Вот. Вот такой вот скатик. То есть венконки у нас вот эти вот раз, два, три сюда пошел, вот он. И вот он четвертый. Хребтовые коньки, они будут, ну, их не надо делать вентилируемым, все, эти справятся, коньки. Вот. И если посмотреть, что вот здесь вот этот скат, он идет как бы на возвышение. То есть он идет вверх, вот так вот, скат. Интересное решение. У меня сразу в голове, так, конек. Конек, который железка сверху. Как мы будем подсоединять, как мы будем там делать. Ну, это, в принципе, ерунда. Вот. То есть крыша, получается, она как бы, если была бы прямая, она была бы примерно вот такая, вот так вот, наверное. Получается, крыло одно вот так сдвинуто. Вот. Но у нас в любом случае картины пойдут прямо. Мы их не будем разгонять в эту сторону. Потому что, ну, не будет это смотреться, я думаю. Но мы-то еще оттуда сбоку посмотрим, как лучше делать. Как красивее, эстетичнее получится. Ну вот, как-то вот так. Вот такая крыша интересная. Хочу еще раз заметить, что подготовка под фальцевую кровлю, под двойной стоячий фальц, обрешетка идеальная. Просто идеальная.
на такой вот крыше приятно работать. Приятно все делать красивенько, четенько. Ну, знаете, вот, я думаю, вы меня понимаете. Никогда у вас крыша вся кривая, и вы, у вас металл весь волнит, и этот, а вот именно вот так вот все ровненько, все прекрасненько. Ну вот, ждем машину с манипулятором. Вот, давайте покажу вам виды. Здесь лес такой. Интересно, красивое место. И озеро. Там он ходил. Кстати, прям рыба плескается. А удочка? Удочку надо купить. Я сюда буду приезжать. И отдыхать. С удочкой. Вот так вот. Говорю, ролик минут на 15, на 20. Наверное, ты получится 30, наверное, да? Сейчас еще сниму разгрузку. Вот. Как пацанам отдам шмотки, как они будут разбирать. Вот. Сниму тоже. И все, пока на этом. Все, ждем, ребят. Так, и вот. Приехала машина. Что-то там лежит. Аквасистем. Металл. Покрытие. Гринкод Пуралмат BT. Циан Групп. Андрей, молодец. По 25 квадратов рулон. Широкий. Ага. Вот они, пацаны, архаровцы. А где новая спецовка? Где моя дельта-шапка? Где? Об этом история умалчивает пока. Как это умалчивает? Шалом, шалом. Привет, привет. Я уже встретил парад. Техники сколько ехало. Ой-ой-ой-ой. Понятно. Я ее снимал. Давай его вдвоем, а то... Что здесь у нас? А где остальные архаровцы? Володь. Больше. Вдвоем приехали? Да. Мы ж как поняли? Манипулятор. Что такое манипулятор? Там берешь и опускаешь. Да, но когда... В нашем случае чуть-чуть... Мне это стали тарузить одно, потом другое, а потом так, третье. Так, ну я потом покажу, все обойду, что привезли. Значит, снегозадержание Орима. Водосточная система Аквасистем. Дальше у нас что? Куда что? Разгружали, пока я там лазил. Посмотрим сейчас все. Значит, вот весь металл на эту крышу привезли. Держатели, снегозадержателей, мембрана Delta Pentax пятислойная, это у нас флексбанд, это у нас в коробке бостик полиуретановый герметик, ну и скотч, это у нас крюки. Это у нас... Что это? А, это клеймера. Клеймера плавающие. Фальцгель. Колено. Вот еще клеймера. Коробки. 0,7 оцинковка для силовых планов перфорация. Ну и вроде все. Все. Ну, сейчас носят крюки и колено там, ну, от водосточной системы все это. Как-то так.
Ну и сейчас мы пойдем вручать пакет Володе. Он уже спрашивал, где моя кепка. Прикиньте, где кепка моя? Уже все увидел. Я заспойлерил в Инстаграме у себя. А он увидел. Ну сейчас посмотрим, как он будет разгребать. Что себе, что кому. Да, началось. Так. Сначала я отжимал у Акима Удель, теперь у меня отжимает. Уже стоят возле машины, трутся. Короче, так. Две. Андрей не расписался там случайно. От Акимова там. Я поставлю ее в сервант и буду одевать только это. У меня есть пограничная фуражка. Я ее одеваю 28 мая. Эту буду одевать только там на день строителя. Это Крухан еще. Кружечка. Да. Какая радость. Так, короче, каждому вам по бейсболке. И это круто. Ну, на самом деле это круто. На самом деле, как пришло, так ушло. Ну это же круто. А где размеры? Она универсальная. 54, 62. Я перезвоню. Универсальная. Это тоже 54. Ну это же круто, что у каждого кепочка. Футболка. Футболка. Майка лидера. Элька. Дельтовская. Элька? Это может быть мне подойдет. Значит, да. А ну по плечам. Да тебе, я мне говорю, померить. Вот, наверное, тебе. Сейчас, серый, подожди. Сейчас поехали шапки. Блин, ну какая радость. У всех будет одинаковый кепки. Это же дело обмыть надо. Так, а это? XL, да. Офигеть, XL. О, на мне как раз будет. Я похудею сейчас через месяц, как раз будет. Я когда снимал, я говорю, наоборот, набрать немножко. Это набрать, это скинуть. Не, ну я нашел М-ка там, еще была такая футболка М-ка как раз на меня. Ну это круто, за кепки. Там остальные тоже XL тебе, правильно? Я очень рад, что кепки просто крутые. Да, солнце у вас здесь сильно солнечное. Еще тебе надо? Да пригодятся где-то. Так, карандаша только три. Я знаю, кому я им раздам. Так, ну и? Что с рулетками? Ну, вот это тоже. Все, вот так. Смотри, новые штаны, все новое. Кепки новые. Где новая-то? Где новая спецовка? Мы еще не начали. Сегодня черновые работы. Завтра в новую спецовку, в шевронах все будет. Все будет круто. Ну, вот радостно, что новость. Новый объект, новые приколюшки. Это хорошо. Видишь, тут все уже подзаточено. Ну вот как-то вот так вот, видите? Как пришло, так и ушло. Все, вот. Видишь, на месте. Все отжали. А что, не поздоровайтесь с подписчиком? Они вас целый год не видели? Или полгода не видели? Ну будет сейчас, много публикаций теперь... будет. Много я здесь буду тусоваться, да. Много интересного. Будем опять показывать, как мембрана стелится завтра. Как водосточная система вешается. Как Володя мысики делает. Как вазелин мажется. Как там. Ну и много-много разных интересных еще слов. Все, ребята, всем пока. До новых встреч. Та-та-ра-та.